Отсюда, пока никто по шапке не хлопнул. Но я сейчас одену шапку волка, и я думаю, Деда Мороза так будет полегче. Что, ругались, что ли? Да, ну вот. Хлеб-завод ругается. Ага. Ну мы попозже тогда уж вечером приедем. Часть какая-то. Закон нарушения тишины слышали, если так? Да, да. Скольки-скольки зашуметь. Да, до 10 вечера там. А днем в курсе скольки-скольки. А там какой тихий час есть. До 3. А ну вот после 3. Я вам сообщаю, я участковый местный. Если хорошо. Будет хоть один сигнал отсюда, на вашу машину, я протокол на вас оставлю. Все, в курсе.